Дорогие друзья, сегодня мы с вами во второй раз в нашем юбилейном сезоне, уже 30-м сезоне нашего клуба встречаемся на очень интересном нашей встрече. А посвящена она Дню премьер. Вообще, вот такой традиционный день премьер для нас уже проходит в 30-й раз. Но особая, пожалуй, сегодня торжественность этого дня, поскольку в этом зале, в эти дни проходит замечательный фестиваль современной музыки. Фестиваль, который тоже юбилейный. Это 20-й фестиваль «Московская осень». И вот этот фестиваль нас радует всегда премьерами. Премьерами наших соотечественников, премьерами зарубежных композиторов. Вообще программа фестиваля чрезвычайно разнообразная и очень интересная. Но вот сегодня мы будем соблюдать свои традиции тоже. Поскольку в наших премьерах мы пытаемся всегда сопоставить, соотнести временные границы. Мы пытаемся дать музыку, какую-то музыкальную панораму, достаточно широкую и временную тоже. Если вы заметили, вот те, кто ходит на наши встречи музыкальные, всегда у нас есть премьеры в каждом нашем, в каждой нашей встрече. Премьера либо ансамбля какого-то нового, презентация этого ансамбля, премьера нового сочинения. К нам приходят наши композиторы, поэты, писатели, художники. Но мне бы хотелось, чтобы вот сегодня наша встреча не только фокусировалась на современных художественных явлениях, на музыке наших современников, соотечественников, но и широкая была панорама музыки. Так, например, сегодня будет исполнение, премьерное исполнение музыки, редко звучащей, от гениального Рихарда Штрауса до Бенджамина Бриттона. И также от кантов древних до уже сегодняшнего видения духовной музыки, развития этой духовной музыки. И духовные сочинения, у нас сегодня ансамбль замечательный в гостях, вы тоже услышите. И также у нас продолжается традиция преемственности, потому что мы считаем, что музыка, она всегда перенимает традиции прошлого, преобразует эти традиции прошлого. И наши юные композиторы, наши композиторы, очень интересное произведение. Прошу вас. Я вам представлю музыкантов. Евгений Сороковкин. Татьяна Веченье. Вот представьте себе, что мы очутились теперь на рубеже 19-20 века. Германия. В Мюнхене рождается гениальный композитор Рихард Штраус. Не случайно любовь к инструментам духовым. А кто знает, какой это инструмент? Валторн, все знают, да, замечательный инструмент, невероятной красоты инструмент, но требующий большого мастерства, чтобы на нем играть. А в семье у Рихарда Штрауса знаменитый отец. Отец-трубач, которого знает вся Германия. Не случайно, сидя в оркестре, маленький Рихард слышит уже вокруг все музыкальные инструменты. Он их знает изначально, он их знает с самого детства. И все, представьте себе, что потом из него вырастает огромный мастер. А в это время, на рубеже веков, ведь были какие фигуры музыкальные: Бизе, Рихард Вагнер,
Гофман, Бизе. Вот Бизе – это та самая притягательная сила для музыкантов, так же, как и Дебюсси. Это новаторы. Музыканты – новаторы. А в России – мусорские. И такие они все разные. Одно и то же время. И такие они все разные. И вот у Рихарда Штрауса удивительное ощущение красоты духовых инструментов. Он создает массу произведений для духовых. Я уже не говорю о том, что это великолепный оперный реформатор. И оперы ставятся по всему миру. И у нас уже скоро тоже в планах оперных театров. Они очень трудные эти оперы. Требуют огромного мастерства вокального, владения вокальным мастерством. Это очень трудно. Но все-таки это благодатная почва. И вот Германия рождает такого гения. И это и масса интереснейших симфонических произведений. Ульрих Шпигель, который везде исполняется. Вот, это как раз произведение, которое всегда звучит. Когда говорят о Рихарде Штраусе, всегда почему-то говорят о Тиле Ульрих Шпигеле. Это далеко не самое лучшее произведение его. Но оно звучит постоянно. А вот произведение, которое мы сейчас послушаем, оно очень редко звучит. Это концерт для валторны с оркестром. Но, естественно, будет редакция для валторны и фортепиано. Вы слушаетесь в эту музыку светлую, благородную, очень народную музыку. Потому что по своей сути это почва всегда чувствуется в этой музыке. Это немецкая музыка. Вы услышите фортепиано, сопровождение, а это все-таки приложение прежде всего оркестра, а оркестр у Рихарда Штрауса богатейший со всеми оттенками. Богатейший оркестр. Он владеет им замечательно. Ведь недаром он был не только композитором, но и дирижером великим. И после Листа занял почетнейший пост дирижера Веймарского. А потом дирижера главного дирижера и директора Берлинского оперного театра. Фигура потрясающая, фигура многограннейшая. И вот мы сейчас послушаем фрагмент, третью часть концерта для валторны с оркестром Рихарда Штрауса. Thank you.
виртуозная музыка. И действительно блестящая инструментовка чувствуется в этой музыке. И очень много, как вы услышали, наверное, и от Вагнера, и Рихарда Вагнера, вспоминаем его оперы замечательные. А сейчас у нас будет совсем другое. Тоже мы переносимся в наш век, уже конец нашего века. И я хочу вам представить очень интересный ансамбль. Ансамбль, который образовался в лоне Московской государственной филармонии. Ансамбль концертной музыки. И очень интересно, что молодые музыканты как-то друг друга нашли и создали совершенно необычный по инструментальному составу ансамбль. Ну, вот вы видите замечательный инструмент, который мы все очень любим, да, арфу, в составе этого ансамбля. Ансамбль называется «Орфео». И возник он недавно сравнительно, вот скоро будет презентация этого ансамбля 29 ноября. Музыканты впервые выступят в таком большом расширенном составе. Сегодня это будет трио. А звучать будет новое сочинение, написанное вот недавно совсем, поскольку это будет премьера этого сочинения. Композитор Татьяна Смирнова написала это сочинение специально для этого ансамбля. Состав, вы мне сейчас скажете, кроме арфы, музыканты выйдут, вы мне скажете, какой инструментарий будет. Но что хочется подчеркнуть, вот в этом сочинении, оно в четырех частях, оно будет звучать три части. В этом сочинении композитор хотела выразить некоторые особенности композиторского письма композиторов, живших в разное время. Это как бы портреты музыкантов. Вот первая часть вы услышите. Портрет, я не буду называть кого, но, так сказать, может быть, вы догадаетесь, слушая внимательно, по некоторым приметам стиля. Это композитор 20 века, и тот, и другой. А вторая часть тоже начало 20 века композитор, романтик. Вы услышите и в мелодике, и в гармонии какие-то приметы стиля. А вот финал этого сочинения, он воскрешает традиции музицирования времен старых мастеров, немецких старых мастеров, вы это услышите тоже. Я хочу вам представить ансамбль «Орфео» в составе Дмитрий Котенок, это лауреаты международных конкурсов, все три музыканта, лауреаты международных конкурсов. Дмитрий Котенок, я его прошу на сцену. Так, ну инструмент, наверное, знаете, да? Какой? Кто скажет? Да? А? Гобой, правильно, гобой, совершенно верно. Там кто-то сказал, флейта, неверно, гобой. Правильно. Представляю другого музыканта, Станислав Тарасинский. Пожалуйста. Просим, просим. Да, ну все, известный инструмент, да? Виолончель, правильно, Станислав Тарасинский. И Нина Гвамичава играет у нас на арфе. Концертный ансамбль «Орфео Консорт». Так называется этот коллектив. Значит, мы сегодня слушаем три части, три портрета, три фрагмента из дивертисмента Татьяны Смирновой. Пожалуйста.
пока музыканты собираются, я скажу, что этот ансамбль имеет очень интересный, разнообразный репертуар от старых мастеров до современных мастеров. И вот 29-го, как я сказала, будет презентация этого ансамбля «Орфео Консорт». Большой разнообразный программ.
Но сейчас будет совсем другое еще. Очень интересно. Я хочу вас познакомить с ансамблем духовной музыки. Ансамбль называется «Орион». И сейчас мы услышим, опять же, очень разную музыку. Это будет и напевы Валаамского монастыря, музыка древняя, музыка замечательная. И, опять же, наш современник, который написал специально для этого ансамбля свои произведения. Людмила Новоселова, композитор, который попробовал себя в этом жанре. Это очень трудно. Духовная музыка имеет богатейшие традиции, русская духовная музыка. И вот сегодня мы услышим, как же наш современник услышал и прочел по-своему духовные тексты. Но вначале я вас хочу познакомить с ансамблем и представить его вам. Ансамбль «Орион». Художественный руководитель Валерий Любимов. Музыкальный руководитель и дирижер Наталья Молчанова. И буду вас знакомить с музыкантами ансамбля. Солисты ансамбля Людмила Капустина. Пожалуйста, я попрошу всех выходить. Людмила Капустина, Наталья Молчанова, Марина Сафронова. Так, Людмила Новоселова, композитор. Хочу вам представить. Автор. А я попрошу на сцену ансамбль. Они у нас впервые, это премьера не только коллектива, вот вы сейчас слышали, у нас тоже был первый раз коллектив, замечательный коллектив, ансамбль концертный «Орфео». А теперь у нас концертный ансамбль «Орфео». Ансамбль духовного слова и песнопения «Орион» дал множество концертов в разных уголках нашей Родины. Он побывал и в разных странах, во Франции, в США, Германии, Австрии. Я попрошу музыкального руководителя Наталью Молчанову. Пожалуйста. Вначале мы услышим, я так понимаю, Наталья Молчанова здесь? Простите. Вначале мы слушаем Валаамский, да? Напев Валаамского монастыря. Пожалуйста. Значит, как я вам сказала, древнее песнопение сейчас прозвучит. Напев Валаамского монастыря. Yeah.
песное пение Людмилы Новоселовой. Богородица Девы радуйся. Первое песное пение. Слава тебе, слава тебе, слава тебе.
заключение первого нашего отделения, нашей встречи, вы услышите сопровождение ансамбля Авы Марии Людмилы Новоселовой. Я представлю музыкантов ансамбля еще раз. Людмила Капустина. Нашим теплом. Продолжая встречу, я обращусь к той традиции, которая всегда была характерна для нашего клуба. Мы не только давали услышать музыку в сопоставлении разных времен, народов, разные, как говорится, страны у нас, но и всегда мы пытались вспоминать наших коллег, наших современников, которые жили и писали замечательную музыку, но которых, к сожалению, вот теперь уже с нами нет. И вот нам захотелось, чтобы в нашей программе было одно из таких произведений и одно из замечательных имен. Игорь Михайлович Белорусец, замечательный композитор, долгое время творивший в Москве,
И создавшие удивительные, многообразные по жанрам и по средствам воплощения произведения. Игорь Михайлович принадлежит сочинения и симфонические, и оперные, и вокальные циклы. Он очень любит слово. Слово для него, как и для каждого композитора, он особенно благоговел перед словом. И создавая цикл, человек удивительно добрый, но вместе с тем ироничный. Человек многосторонних знаний, и вместе с тем он любил особо, вот я сейчас вспоминаю, ибо была знакома, имела честь быть знакомым с Игорем Михайловичем, вспоминал и любил очень поэзию Заболоцкого, Кедрина, Маяковского, замечательные у него вокальные циклы. И сегодня вот мы хотели бы услышать, дать вам послушать одно из таких сочинений, которые редко, очень редко звучат. Во всяком случае, мне кажется, что вот в последние 10 лет, может быть, это произведение не звучало. Но оно связано с русской литературой, оно связано с замечательными образами Гоголя, с «Ревизором». И вот мы, слушая эту музыку, будем вспоминать эти образы. Причем Игорь Михайлович обладал удивительным мягким чувством юмора. И вот все то, что он делал, все то, что он писал, непосредственно отражало, естественно, как и всякого творца, натуру Игоря Михайловича. Ибо человек в жизни очень добрый, остроумный, необыкновенно остроумный, потому что ему интересно было очень слушать, и с ним было интересно общаться. Вот вы почувствуете в музыке вот эту добрую улыбку, вы почувствуете в музыке то незаменимое для каждого, а в наше время особенно незаменимое чувство юмора, которое нас может во многом спасать от нашей повседневности. Вот у него было удивительное чувство юмора. И вот, вот эта сценка, которую он написал, будучи еще студентом Московской консерватории, что самое интересное, что эту сценку слышал Генрих Густавович Нейгаус и выразил, так сказать, совершенно восторженное. У него было, как говорится, состояние, когда он слушал эту музыку, ибо она удивительно с меткими характеристиками. Вы просто почувствуете этого Бобчинского, вы почувствуете этого Городничего. И здесь ничего словами не надо говорить, потому что все сказано в музыке. Вот такую сценку мы сейчас вам сыграем. Я хочу пригласить пианистку Джан Кочерян на сцену. Наш гость. Для двух фортепиано. Сценка по Гоголю, «Ревизор», Бобчинский, Добчинский и Городничий. Вообще у него называется авторское название «Сценка для двух роялей». Thank you.
старшая Марина Игоревна. Марина Игоревна, пожалуйста, встаньте. Я хочу сказать, что Марина Игоревна счастливый человек, потому что папа был удивительный музыкант, добрейшая душа и прекрасный музыкант. Вы, наверное, ощутили это в звуках, потому что что не звук, то точность характеристики музыкальной. Это как трудно. Это, знаете, самое главное в музыке – точность образа, скупость средств и действительно образ музыкально обрисованный. Вот здесь уже ничего не перепутаешь. Здесь действительно мы слышали и в Добчинском, и в Обчинском, и в Городничьем. Thank you.